В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Чтим и помним. По всей стране прошли траурные мероприятия ко дню памяти и скорби. Международную акцию «Огненные картины войны» поддержали и в Махачкале. Мы помним и гордимся нашими участниками Великой Отечественной войны, подвигом нашего народа. И впервые эта акция проводится в Махачкале. Посвящаем его всем ветеранам, всем участникам Великой Отечественной войны. Дворы со всеми удобствами. Совсем скоро такими будут десятки прилегающих к домам территории Махачкалы. Реконструкция и благоустройство идут в 17 локациях. В данной дворовой территории предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке тротуарной плитки, резиновой плитки под малыми архитектурными формами, детскими игровыми оборудованиями. Также планируется установить дворовое освещение, установить скамейки, урны. В московском зоопарке родились 8 дагестанских туров. Потомство чувствует себя отлично. Каждый малыш весит в среднем по 3 килограмма. Соревнования без лучшего. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате России в Кызыле. «22 июня в России – это день памяти и скорби. 81 год назад фашистская Германия напала на СССР. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан и стала самой кровопролитной в истории человечества. В память о жертвах по всей стране прошли траурные мероприятия. Люди возлагают цветы к монументам и зажигают свечи». Международную акцию «Огненные картины войны» поддержали и в Махачкале. Волонтеры создали военный сюжет с 10 тысяч свечей. Их по площади расставили таким образом, что с наступлением темноты вырисовывалось художественное изображение с надписью «Помним» и медалью Героя Советского Союза. Инсталляция воссоздает известную картину, где герой Великой Отечественной войны Абдулхаким Исмаилов водружает знамя победы над Рейхстагом. Мы помним и гордимся нашими участниками Великой Отечественной войны, подвигом нашего народа. И впервые эта акция проводится в Махачкале. Посвящаем его всем ветеранам, всем участникам Великой Отечественной войны. В Дагестан прибыл чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Трехдневная программа пребывания иранской делегации в регионе будет насыщенной. В планах встречи с главой республики Сергеем Меликовым и с муфтием Дагестана шейхом Ахмад Хаджи Афанди и ряд других мероприятий. В рамках визита иранцы в сопровождении министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова также посетили центральную мечеть имени имама Хомейни. К другим темам. Обвал скалы в Гергибельском районе. Камнепад завалил дорогу республиканского значения Грозный, Ботлях, Хунзах, Араканская площадка. Все случилось на 217-м километре. Сейчас на месте работает специальная техника. К 7 часам утра удалось расчистить участок для временного движения автотранспорта. Работы по расчищению дороги продолжаются. В Кизлярском районе приступили к ремонту автомобильной дороги Кизляр-Тушиловка. Она связывает населенные пункты муниципалитета с городом. На сегодняшний день на объекте проходят работы по восстановлению и закреплению трассы. Устанавливаются искусственные сооружения и водопропускные трубы. Параллельно начата укладка асфальтобетонного покрытия. На объекте задействовано около 15 единиц спецтехники. По данным пресс-службы района, на месте будет проведен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В эксплуатацию объект сдадут в августе текущего года. Тем временем в Махачкале начался ремонт дворов по проспекту Акушинского 84 и 84А. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в перечне общественных пространств, где будет проведена реконструкция в текущем году, 23 двора и 7 общественных пространств. Благоустройство включает ремонт проездов, тротуаров, установку фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, детских и спортивных комплексов, а также озеленение. Проводятся подготовительные работы к обустройству отмостки,
проведены демонтажные работы. Также хочется сказать, что силами Махачкала водоканал заменена ветхая труба, которая проходила под землей, порядка 150 погонных метров. В данной дворовой территории предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке тротуарной плитки, резиновой плитки под малыми архитектурными формами, детскими игровыми оборудованиями. Также планируется установить дворовое освещение, установить скамейки, урны. Общая площадь данного двора составляет 5000 квадратных метров. Продолжаются работы по благоустройству самой большой дворовой территории и по улице Стояна Джурова 5, 7 и 9. Площадь реконструкции 715 квадратных метров. Здесь уже установлено плиточное покрытие и проведено зонирование. Планируется высадка зеленых насаждений. В данном дворе будет установлена детская площадка, будет установлена воркаут-площадка. Также будет установлена беседка для отдыха горожан. Травмобезопасное покрытие, конечно, будет само собой на детской площадке, на воркауте. Ну, также установлены скамейки будут, уличное освещение, ну, само собой урны. Отметим, что на всех объектах, где запланировано проведение работ, установлены стенды с дизайн-проектом планируемых мероприятий и сведениями об ответственных сотрудниках, курирующих конкретный объект. В Минимуществе Дагестана переходят на новую систему проведения трудоемких расчетов. Теперь все действия, связанные с управлением земельными ресурсами, будут автоматизированы. Система дает ряд удобств для правообладателей и арендаторов земельных участков. Специалисты ведомства готовы подробно ознакомить с данным нововведением всех обратившихся за консультацией и помощью. Мы покажем вам, каким образом предоставляется доступ в личный кабинет. Для этого необходимо ваше личное присутствие. Сегодня к нам обратился Магомедов Магомед для получения пароля и логина. Оставьте, пожалуйста, здесь свои данные. Наши специалисты свяжутся с вами для предоставления доступа на электронную почту. Для входа в личный кабинет вам необходимо пройти по ссылке, указанной нами, или на официальный сайт Минимущества Дагестана. Также есть видеоинструкция по работе с личным кабинетом. Один из плюсов использования так называемого кабинета арендатора – это система онлайн-оплаты через мобильные сервисы банка. Достаточно выбрать в аккаунте начисление или задолженности, по которым проводится оплата. Далее навести камеру телефона и отсканировать QR-код для автоматической оплаты. И в продолжение темы. Минимущество Дагестана наделяют правом принимать решения о передаче объектов республиканской собственности в муниципальную и наоборот. Соответствующие поправки в республиканский закон об управлении государственной собственностью Дагестана приняли депутаты парламента Дагестана в первом чтении. Ранее эту функцию выполняло правительство. По мнению экспертов, это позволит ускорить передачу строящихся и уже построенных объектов из республиканской собственности в муниципальную. К примеру, до 1 сентября власти республики должны успеть передать на баланс городов и районов 35 школ и детских садов. Всего до конца года надо успеть передать более 50 объектов. Пенсионный фонд Дагестана просит жителей региона не подавать повторных заявлений на получение выплат. В ведомстве заявляют, что многие граждане, получившие отказ в получении начислений семьям с детьми от 8 до 17 лет, повторно подают заявление по десятку раз. В ведомстве поясняют, что частые обращения перегружают систему, влекут ошибки, удлиняют сроки рассмотрения. Чтобы ускорить решение вопросов, касающихся пособий детям от 8 до 17 лет, можно обратиться по электронному адресу, который вы сейчас видите на своих экранах. Гражданам необходимо верно указать свои контактные данные, телефон для связи и вкратце объяснить суть претензии. Ответ поступит в кратчайшие сроки, заявляют в пенсионном фонде. В Дагестане ожидается богатый урожай зерновых культур. По данным Россельхозцентра, в настоящее время аграрии республики приступили к уборке урожая с 93 тысяч гектаров посевов. Зерна в этом году в Дагестане ожидается собрать в пределах 230 тысяч тонн. Всего, согласно прогнозам регионального Минсельхоза, ожидается сбор около 470 тысяч тонн, что почти на 5% больше уровня прошлого года.
Бесплатный газ по президентской программе. В Дагестане трубы с голубым топливом провели к 350 домам. Работы проведены за счет бюджетных денег по программе социальной газификации. Всего по республике жители подали более 2500 заявок на услугу. С газораспределительной организацией заключено уже около 1600 договоров на технологическое присоединение. Напомним, подать заявку на социальную газификацию можно и через портал госуслуги или МФЦ. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла экскурсия для школьников из ДНР и ЛНР. Гостей познакомили с обычаями, традициями и историей Дагестана. Ребята прибыли в республику в рамках образовательной программы «Университетские смены». Помимо этого, для учащихся будет организована программа «Подвиг России» с лекциями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Всего ожидается прибытие 200 детей. Участники смен будут жить на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, а также в общежитиях вузов. Более 50 детей уже остановились на турбазе в Каякенском районе, где предусмотрено пятиразовое питание, медицинское сопровождение, а также работа психолога и социального педагога. Дагестанские туры родились в Москве. Пресс-служба столичного зоопарка уточняет, что 6 самок и 2 самца смогли родить в период с 11 мая по 3 июня 8 детенышей. Сразу после рождения животные полны энергии, они умело выбираются на камни и играют. В первую неделю малыши большую часть своего времени находились в гротах и укромных местах вместе с матерью. Потомство дагестанских туров чувствует себя отлично. Каждый малыш весит в среднем по 3 килограмма. И о спорте. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате России в Кызыле. Соревнования в столице Тувы пройдут 24-26 июня. В заявку сборной Дагестана вошли 60 борцов. В списке все ведущие спортсмены, кроме Садулаева и травмированного чемпиона Европы Алихана Жабраилова. Всего за награды главного внутреннего старта поборются около 300 спортсменов. Почти треть из них – дагестанцы, которые также будут представлять и другие регионы страны. Встреча с легендой. Многократный чемпион мира и Европы по самбо из Беларуси Владимир Япринцев провел мастер-класс в Махачкале. Мероприятие прошло в спортшколе имени Газимагомеда Ахмедова. Здесь участники мастер-класса сначала сделали динамичную разминку, а в основной части тренировки по возможности каждый спортсмен смог поработать в паре с титулованным самбистом. Владимир Япринцев поделился некоторыми секретами своего мастерства и дал советы начинающим самбистам. Мы смотрели позавчера соревнования первенства Дагестана по юношам и боевой самбо. Огромное удовольствие получили. Ребята такие все азартные, борются от начала до конца. Но я вам хочу сказать главную вещь, для чего вы сюда пришли. Вот поверьте, чем более неистово вы бьете с другом, тем более лучшего друга вы не найдете в жизни потом. Вот честное слово. И мы обязательно упражнение, которое каждый борец должен делать в своей жизни, в конце каждой тренировки, я вам его покажу обязательно. В проведении мастер-класса гостю помогали и другие легенды отечественного самбо. Триумфаторы чемпионатов мира и Европы Гурам Черткоев, Гусейн Хайбулаев и Тагир Абдулаев, а также президент Федерации самбо Республики Руслан Раджабов. Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов поблагодарил гостей за приезд и призвал молодежь равняться на старшее поколение. А после состоялось награждение отличившихся самбистов. Сегодня это очень важно, важно для нашего старшего поколения показать, к чему они должны стремиться, на кого они должны равняться, какими они должны быть патриотами, какими они должны быть людьми, которые будут приносить пользу своему региону, своей стране и своему народу. Поэтому я хочу всем пожелать успехов. Я думаю, молодежь, вы как раз таки каждый такой миг, каждый такой момент вы должны для себя сделать больше пользы, получить, спрашивать. Не каждый день удается с великими мастерами на ковре проводить тренировку. Это для вас большой опыт, большой успех. За это вам огромное спасибо, что вы находите на это время, что вы переживаете за молодежь, за подрастающее поколение, за наш вид спорта. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.